Имеет, запомните, преимущество имеет топ-лидера. Первым вытягивает топ-лидера. Если они полностью не вытянули, второй идут автолидера и последующим лидера. Опять-таки, здесь никакого шума не должно быть. Далее. Эти лидеры, которые вытянули, они на эти места не станут. Они должны своим именно самый слабый звено снаверу керек. Вот правильно. Понимаете, да? Слабый звено должны алып чыгуумуз керек. И артынан калгандарымызда без шума, без сөзсүз анда. Почему преимущество өткөнү басталмай жатып алгында айтып жатыр. Топтор неге имеет право? Баска лидерлер, какой имеет право, но новая программа деп жатыр. Правильно. С одной стороны, правильно. Но эти люди заслужили. Заслужили. По итогам третьего конференции, вот, кто участвовал, видели, да, их отдельно өздерінің знактарымен уже выделили, что они имеющие люди, которые 1% акций компании. Сондықтан мы должны их уважать. Сондықтан, в первую очередь, мы даем преимущество им вытянуть жребий. Судьба. Если они вытянули, да, нет, остальные категории пойдут. Согласны? Согласны. Вот теперь маркетинг состоит, сразу оговариваю, вход 5000, продукция, продукция, мыло, история с газера. Все летнее нам надо сендерок, кто будет презентовать. Понятно? Включай сотку. Сотки уберите, пожалуйста. И давайте уважать себя и окружающих. Первое слово нашему топ-лидеру, председателю совета лидеров компании Гулян Жумашина. Здравствуйте, дорогие партнеры. Во-первых, хочу поздравить с нашим трехлетием. Трехлетие прошло на ура. И, естественно, с открытием нашей новой шунгитовой программы, которая стартовая. Поздравляю вас! Хочется пожелать, чтобы во многих командах глубинки у нас остались, и было тяжело, в такое тяжелое антикризисное время людям было тяжело найти 15 тысяч тенге. Поэтому наша дорогая жена Тмурсидна учитывала интересы именно простых людей. Поэтому поблагодарим нашего президента. Будут разные разговоры, но сейчас вот Марат Маусидович сказал, что у каждого есть вклад в развитие этой компании, да, нашей компании, наше построение нашего общего большого дома под названием G-Time. Правильно? И каждый вкладывал свой труд. Среди нас здесь есть партнеры, именно которые стояли у основания 2012 года. Это Бигзат Халыкова. Наш топ-лидер, которая приехала и сегодня с Астаны, вчера получила первый джип Форд, это вот она. Это супружеская чета, конечно, мы люди Востока, супруг Джанибек. Вот он. Но я говорю, что основная масса здесь собралась, нашей слабой половины общества, поэтому Бигзат начинала вместе с женат Мумсидовной именно вот этот вот наш построение, выкапывала фундамент нашего большого дома G-Time. Поэтому работа сделана огромная. Потом уже пошли мы, многие из нас не работают здесь столько, сколько проработала Бигзат, сколько проработала жена Тмурсидовна. Всегда нужно учитывать, мы в этике партнера не прописывали уважение к своему вышестоящему спонсору. Человек должен сам сознательно дойти до этого, правильно? Потому что любую такую действующую компанию берем, в моряке не то что сказать что-то на лидера, на спонсора, просто неправильно поздороваться, вы будете лишены. Правильно? Все вы знаете, многие пришли из сети. И в Орифлейме, во всех действующих компаниях это так. Но мы не зажимали. Постепенно количество
наших партнеров G-Time выросла. Давайте будем работать на качество. Сегодня, сейчас, вы поняли, не поняли, Марат Маусидович рассказал о запуске нашей новой программы стартовой, которая будет вот такая одна восьмиместная. Ой, 15-местная. Внизу будет 8 свободных мест. Почему будете говорить, почему опять топы? Топы сейчас просто преимущество, прерогатива дана, чтобы вытащить номера. Номера кто станет? На пике вот здесь будет стоять компания. Вот эти 6 мест будут разыгрываться. Но там не только 6 мест, там именно находятся номера 17 человек. Если вот эта шестерка не вытащит, пойдут автолидеры, пойдут VIP-лидеры. Но условие такое, ребята, чтобы на эти места топы не встанут. У каждого из нас есть глубина. Люди, которые не пришли к каким-то результатам, пусть они будут первые, началом именно продвижения остальных своих программ, поэтому наши топы будут регистрировать вот сюда, именно вот этих партнеров наших. Поняли, да? Вам это нравится? Да. Нравится. То есть вот так мы пойдем. Теперь регионы будете, сами будете решать. Каждый топ знает свою болевую точку. Поэтому, потому что у нас в регионах очень-очень-очень много людей, неправильно начавших, которые начали наш бизнес G-Time. Правильно? Давайте вот так. Давайте не будем алчными и жадными. Давайте, наконец-то, компания предоставляет прекрасную возможность двинуть благодаря стартовой, двинуть все, накопительную плюс. Кто-то поставит в основную, кто-то поведет VIP. Вот это ваша прекрасная возможность. Воспользуйтесь ее. У нас очень простая регистрация, сложная расстановка. Если вы не будете торопиться и ровно будете правильно расставлять, каждый лидер заберет свою лестницу отдельно. Ясно, да? Yes. Все просчитано. Подходите к своим топам. Я в первом кабинете, подходите. То есть сейчас вот это вот движение начнется. Ну, я пока, наверное, не начну с представлением именно нашего продукта. 3 июля на трехлетии была перерезана лента нашего шунгитового завода «Шунгит Шугала». Шунгит это было. Это мыло. Слово предоставляется. Я не в курсе, ребята. Дальше. Поэтому слово предоставляется топ-лидеру Дарье Дальпаева. Она сейчас расскажет это все на казахском. Индивидуальный предприниматель, жеке шаруа қожалығы жасап отыр. Халал мыла, райское мыло, жәннәт сабыны, экологиялық таза өнім. Құрамында спирт, басқа химиялық қоспалар жоқ. Сабынымыздың құрамындағы ескі әдіспен алынған майлармен толық қанықтандырылған май қышқылдары терінің жасушыларын жаңартады. Олар май құрамындағы А, Д, Е, табиғи альфа, бета, гамма, дельта дәрумендерімен лаурин, миристан, олейн, тағы басқа май қышқылдары. Осы құрамның барлығы адам терісі мен иммунитетіне жақсы әсер етіп, емдік көмекші ретінде барлық микробтардан қорғап, гигиеналық сабын ретінде қолданылады. Құрамындағы табиғи шөптер мен француз тош иісі денені рахаттандырады. Құрамында төрт сабын бар. Рахаттанамыз. Әртүрлі шөптердің иісіменен рахаттандыратыны солай. Менің қуанып жатқаным көбіміз основной программаны, өзіміздің негізгі программаны қорқақтайсыздар, иә? Қалай 15 орындық, ол деген ұзын, ол деген тұрып қалады, оны бөлуді білмейміз деп барлықтарыңыз. Құдайға шүкір,
15 орындық келді. Енді соны үйренесіздер бөлінуді. Оны кен арқарай негізгі программада сіздерге бағдарламада өте оңайды. Рахмет. Приношу извинения, я не в курсе, поэтому я прочитаю. Я обычно не люблю читать и говорить. Двоечница. Да. Вот в этом я двоечница сегодня. Приношу извинения, но это для русскоязычных. Ничего. Это экологически чистый продукт. Не содержит нефтехимии, не содержит спирта и других химических элементов. Наше мыло изготовлено из натуральных масел и жиров. По старинной традиционной технологии содержит максимум покупных полинасыщенных и насыщенных жирных кислот, которые необходимы для образования мембран клеток и нервных волокон на всей поверхности кожи. Масло содержит в себе витамины группы А, Д, Е, натуральный альфа, бета, гамма и дельта, что способствует излечению различных расстройств кожи. Также мыло содержит в себе такие насыщенные жирные кислоты, как лауриновая, меристиновая, пальмитиновая, олеиновая, каприловая и другие. Все эти полезные ингредиенты, масло, жиры и травы в совокупности благотворно влияют на кожу и на иммунную систему в целом. Рекомендуется как целебно-вспомогательное и профилактическое средство гигиены от всех микробов современности. Севгард Калбе, значит. Натуральные травы и французские ароматы оказывают расслабляющий и успокаивающий эффект. В этой коробке находится мыло жасмин, мята, сирень и антиаллергическое. То есть 4 мыла. Русскоязычное население, понятно? Все. Ребят, я приношу извинения, потому что это оказывается ИП, но это на основе вот такого натурального продукта и запустилась вот именно наша стартовая программа. Мы ожидали совершенно другое, но вот получается вот так вот. Успехов желаю каждому из вас в достижении. Если вы правильно расставите, правильно все будет сделано, значит снова и снова можно будет выходить на результат 25 тысяч и двигать свои остальные программы. Ясно, да? Успехов всем! Спасибо. Теперь в отношении Шунгитовых Крымов это дополнительно мы объявим, чаттың барлығына жазамыз и қай системаға қойылат, оны тоже. Это зависит опять от себестоимости продукта. Так что правильно поймите, хорошо? Вот продукция уже готова. Да, теперь, наверное, мы переходим, да, к основному мероприятию. То есть мы уже поняли, кадр на жерде не нарисовано, но факт, что вот она, стартовая, состоящая из 15 мест. Здесь должна 7 мест заняты. Как всегда. Чтобы на орындарды толтыру үшін, мы қазір будем вытягивать жребий. Как мы договаривались, начинаем, конечно, с наших многоуважаемых топ-лидеров. Во главе с нашим председателем совета лидеров. То есть, под бурные аплодисменты. Спасибо. Ну мы люди Востока, да? Правильно? Мусульмане. Поэтому я хочу, чтобы первым именно в этом открыл Жанибек. Открывай. Куга тоже первый номер. Вас конец, да. Следующий. Пожалуйста. Один. Наверное, лучше, чтобы не было, чтобы не говорили, все забирают топы. Нету. Аллах милосерден. Всегда исполняет. Да.
Так не говорите. Это тарылмаңыз да? Тарылмаңыз да? Нету. Так, можно минуточку? У нас есть бабушка нашего джитайма, Савлет Кешина, но она отдыхает. От ее имени выступает ее лидер Валяра. Можно? Я врю. Как бабушки про бабушки. А какие блогички не трусы, она видео отсутствует. Вы забываете, нулевой так себе. Видео отсутствует. Отсюда. Она виновата. Непутевая. Уже они боятся. Нашего второго мужчины нету, поэтому Гульмира как хозяйка. Спана, кто безокомандная команда? Место пока. Кадры топы будут, потом авто. Потом авто. Если они не вытащены, рядом стоит. Я машина. Пусть я. Я лично сам рисовал, там все пусто. Четверка. О, вот это место. Авто. Авто лидер, авто. Авто. Чего ты сидишь? Подождите, соберите. Алдынша, мұрау.
Все.